это говорит о том, когда зритель не скучает, не чешет голову, за ухо, не хочется домой, когда он забывает обо всем на свете, о том, что вы все очень талантливы и замечательны. Я уже не говорю о том, что вы очень все красивы. Для сцены это очень много значит. Такой парад красоты в Боярском зале, я думаю, здесь, в Измайлово, это впервые. И у вас, конечно, все еще впереди. У вас есть над чем работать. Я уже сказал, с участниками переговорили. Мне и моим товарищам, я думаю, они разделяют мое мнение. Во-первых, понравилось замечательное выступление всех уфимских коллективов. Я так думаю, что Уфим – это столица танца. А? Это был один коллектив, вот, разный возраст, да? Вот. Это очень хорошего, высокого уровня. Я вас всех поздравляю, мне есть с чем сравнивать. И нравится танец, хотя там есть над чем поработать. А, много чего, потому что это своеобразная очень вещь, очень сложная. Но то, что вы за нее взялись, не побоялись, то, что вы не испортили, это уже очень здорово. Ну, а что касается религии, со скрипкой, это просто замечательный номер, который достоин всяческого уважения. И все остальные, я не могу всех перечислять, потому что заочно члены жюри все проголосовали, мнения совершенно объективны, из Израиля, США, Москвы, и мнения совпали. Я думаю, что у вас повода для огорчения нет, есть только повод для радости. Я хочу вам пожелать очень больших успехов. Я не знаю, кем вы станете в дальнейшем, кто из вас выберет профессиональную сцену, или кто-то пойдет каким-то другим словам. Очень много интересных, хороших профессий. Но то, что вы в детстве, в юности получили такую творческую закваску, это всегда скажется вашей любой работе. Думаю, с кем-то мы еще пересечемся, дай Бог дожить до этого, и на большой эстраде. А с кем-то я увижу в номерах газеты, в новостях телевидения, где буду говорить о выдающих успехах того или иного ученого, преподавателя, географа. Но я буду знать и помнить, что с ним мы когда-то встречались на музыкальном мосту. А этот мост не разрушится. Всего. Спасибо вам большое. А я, наверное, песню скажу, которую мы с Мишей написали с Мишей. Че ж ты так не делал? А вот, и, наверное, многие уже ее слышали. Поэтому, если кто-то подпоет, кто-нибудь будет петь, просто танцуйте с нами. Песня называется «Здравствуй, живи». Поехали. Человек не должен быть в порядке.
что все простые, но нам так нечего сказать. Пожалуйста, будем фотографировать.